Доброго ранку. В ефірі «Інтерамарафон. Диво починається». Нашим колегам судилося побувати в Палестині. Зазвичай увагу мандрівників там привертає біблійний Віфлеєм, де, власне, народився Ісус Христос. Саме так сталося і з чудотворцем, який одного разу вирушив із рідної Лікії до Святої Землі. Він мріяв залишитися там назавжди. В начале IV века Вифлеем и другие палестинские города были языческими, христианам там находиться было опасно, поэтому жить в городе Рождества чудотворец не мог. Он тайно молился в другом городе, в котором его особенно почитают и в наши дни. Люди вспоминают о чудесах, которые в разные времена происходили благодаря святому Николаю, и о том, как до сих пор он дарит им свою защиту. Мы отправляемся на Ближний Восток. В Палестину мы въезжаем с территории Израиля. На границе военные с автоматами и стена высотой 8 метров. Самим израильтянам находиться здесь запрещено. Но для большинства туристов из других стран, как правило, проблем с въездом не бывает. Каждого второго мальчика, родившегося в этом городе, называют именем Николай. Это Бейт-Джава, пригород Вифлеема. Именно здесь, во время своего паломничества на Святую Землю, жил святитель Николай. Около 3 лет он подвязался в небольшой пещерке. А теперь на месте его молитвы стоит вот этот храм. Жители города и путешественники – часто приходят сюда, чтобы попросить помощи у великого чудотворца. А вот и то самое углубление в скале, которое бейт-джавцы почитают много веков подряд. Вот это место, самое главное святыня нашего города, считается с того времени, как святой Николай пребывал на святую землю. Это около 310 года, то есть начало IV века. В то время на месте Рождества Спасителя в Вифлееме римляне возвели языческое капище. За веру в Христа люди подвергались гонениям, поэтому для молитвы христиане прятались вот в таких пещерках внутри скал. Святой Николай выбрал место, которое смотрит на восток, в сторону Вифлеема. И вот христиане сюда часто приезжают и собираются на благодарение Господа. В это время люди слышали пребывание святого Николая и сюда приходили. Получили благословение, утешение и, конечно, и благословение свою житию. Святой Николай прожил в пещере около 3 лет, а потом вернулся на родину, в Ликию. Там стал архиепископом и совершил множество чудес. А здесь, в Бейт-Джале, люди продолжали молитву в его пещере. Позже, когда гонения на христиан прекратились, на этом месте возвели монастырь. Древнюю церковь разрушили персы в 614 году. На ее месте была поставлена другая. Позже, еще много раз, церковь сносили и строили вновь. И строили этот храм местные жители на свои весьма-весьма скромные средства, своим трудом. Вот. И вы видите, иконостас у нас 1925 года. И вырезан он из розового камня, который называется розовый вифлеемский мрамор, руками местных бейт-джальских мастеров, потому что испокон веков бейт-джальцы – это резчики по камню. А еще здесь любят рассказывать историю, которая произошла во времена арабо-израильской шестидневной войны. Ночью, во время обстрела, на крыше храма жители города увидели святителя Николая. Была большая такая светящаяся фигура в полном облачении. И вот все бомбы, которые по небу летели, он рукой собирал и под мантию себе складывал. И документально же зафиксировал это чудо. Кардинал по соседству из своего храма видел, как на православном храме святитель Николай стоит и собирает бомбы, чтобы они не взрывались. И тем самым он спас много людей. Об этом чуде узнали далеко за пределами Палестины. Его обсуждали и в итальянском городе Бари, где хранятся мощи святителя Николая. В знак любви и уважения частичку святыни из Бари передали в город Бейт-Джала. С тех пор здесь то и дело случаются чудеса. Одна бабушка вечером после службы заснула в храме и ночью просыпается, все закрыто. И она стала молиться и говорит: «Ой, святитель отче Николай, открой мне дверь, у меня же стоит опара, хлеб пропадет». И вдруг, значит, слышит, что ее зовут, она смотрит, дверь открыта и стоит святитель Николай. Вот, но она его не узнала, потому что он ей очень строго говорит: –
Ты чего спишь на службе? Иди давай домой, а по дороге зайди к алтарнику, пусть он дверь закроет. Сегодня в Бейджале будут громко звучать волынки и барабаны арабских скаутов. На улице выйдут тысячи девочек и мальчиков с именами Никола, Николас, Николь. Все они будут благодарить своего покровителя за добрые дела, которые он в разные времена сделал для города и его жителей.